Короче, пауки даже они летают. Короче, я Который понял. говорит синдрой. А кто может сейчас открыть мне обнову и прочитать? Найди, там задача ваша найти там такую строчку про жнец душ короля лича. Есть ли там изменения? Есть где-то? Не знаю, где это. В группе Логан 3 либо на форуме в циркуле. Вальки в воздухе летают, это, наверное, так и должно быть, да? Ты понимаешь, вот тех драконов, которые перед Синдрой, их вообще нельзя бить даже РТДшкам, до них не достать, они летают под потолком. Ну, пускай летают, они же не агрятся, наверное, да? Ну как не агриться, они согрелись и подлетели. Подлетели и стали бить вас, да? Они бьют, мы их не можем бить. Да нет, да не может быть так. А как вы прошли тогда? Не, ну мы так потихоньку-потихоньку доковыряли. И Синдра тоже так же. Синдру зергали просто. Синдру, да, зергали, притягивали. Она под потолок куда-то там притягивает. Вообще нельзя спрятаться ни за какие глыбы. Это какой-то кошмар. Короче, не знаю что, но сейчас проверим одну мою теорию. Если починили жнец, то у него должна быть плюшка первая, бить 50 тысяч тьмой. Если она не резистится тьмой, то это физурон, который не резистится броней будет. И будет полтинник. 10 оп полтинник должен быть, 10 гер и 25 оп должен быть 60 тысяч, 25 гер 70 тысяч урона. И после этого лич еще... Не, не бьет так. Ладно. Не бьет, не бьет. Так, рыбу ешьте. Так ДК второй бот танчить или нет? Я хз. На форуме нет. На форуме нет обновления. Последнее обновление от января месяца. Ну там в Дискорде, короче, есть сообщение от кодекса. Ну, каждому, что типа в связи там с какими-то там техническими работами, сервер временно отключен, скоро мы это исправим. И вот как они это его включили, такая хуйня началась. Че там, Вой, чекай, готовы все, у меня нет ассист. Не знаю, что у вас там. Так. Власть льда, включай ДК. Вот. Короче, не знаю, захилитесь вы или нет. Че, готовы все, я запускаю. Вот. А, запускаем. Ты же, блядь, только видишь, кто готов, кто нет. Неужели прибыли наконец? Я хуй знаю. Напоминаю, я не танчил лича. Да похуй, просто ЛПшки нажимаю, все. На тебе ассисты, короче, ты базарь. Я что-то могу вам сказать, ну типа, если вайпнемся, что вы дураки. Ну ты базарь, потому что я попробовал захилить. Пока проценты воет, говори, когда убегать. У меня нет процентов ебаных. У меня цифры. Все, там же держишь, я держал. Окей. Моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Наверное, вот у колонны здесь останься, держи его у колонны. Ой, ты чему только не забудь диспелить. Диспель сатанска. Готовьтесь, чума. 4 секунды.
Аклот, Аклот, беги. Транспорт центр. Давай, накрайся. Так же, Рен, что кинешь на себя гимноману дашь. Лил, я Инер тебя воет. Приземного заберите с рейда. А там сколько диспел? Диспел. Лишний урон не получаете, а там сколько диспел быстрее. Диспел, диспел. Ну дай, пожалуйста, Стас. О. Хуй знает, твой, держи Синер и КД все. Давай, подлеча, вставайте. Звёздочка. Фальку играем. Осквернение 5 секунд, пока подлеча не надо заходить. Все, собираемся, звездочка. Как задержи, как держал. Че там вот с маной, нормально все? У меня собаку гибнет, да. Будет валька, потом осквернение. Осквернение бежит вправо. Зелон агр, блять. Заберите зелон. Так хуёво все. Ресы не чистые. Блох, все. Я ресы. Зелон, следи за агром. Нет, танк упал. Там две пихи главное сейчас 5К. Че там с процентами? 45. Отбегите, отличай, давай его на край потихоньку веди. Отбегите, отличай. Осквернение сейчас будет. Все, давай на край отличай, веди. Отлича бьем. Все, давай, все на край. Пиздец, ну че по имя? Откатится с. Блять, КД. Сейчас откатится. Выпил банку на маму. Красавчик. Табаков там по возможности дайте ДК. Лил и нарвает тебе. Лена, если что, помогай в тучке потом хлопать духов. Сейчас еще один гневный будет. Нет, рейда. Край бежим все на платформу. И доигрываем духа. Морда, не стойте духа. Захиливай код. Ну веди, чё стоишь? Убегайте нахуй. Короче, сдохните, убегайте, я говорит, сразу лизу. Да не сы. Так,
Татам забираем. Не оставим чем. Потом заберем. Подожди секунду. Да не, в пизду. Захиливайте, захиливайте его. Деду. Добивайте его или пиздец вам. Ледяная скорбь жаждет крови. Маны нету. Инер когда? Ну все, спасибо, Лоид, большое. Славик так вздохнул, как будто лития 25 хм проел. Сало закинул, пали пристал. Да можно захиливать, не знаю. Я хуй знаю. Как так? Танки какие-то дырявые. Ну, не знаю, мне первую тычку 22к урона, потом 17, и потом еще на 19 тыкнул. То есть я с трех плюх упал. Смотри, вот гильчат пишет, это читай. Ты хилиться как-то должен, я не знаю. Жнец сразу прожимаешься. Жнец 41к урона нанес мне. Видел бы я эту хуйню. Тебя следует наглученный урон. Да, жнец душ. УЗВ. УЗВ это что у нас? УЗВ это атака считается после, да? Гнезд душ 71 тысяча. Смотри. Ты читаешь гильчат, Войд? Чё там? Синдра не работает. Ну вот, Лана тоже, видишь? Они повергнут этот мир. Притяжка, короче, знаешь, как происходит? Ну, тебя притягивает туда воздух, где она летает, и ты когда падаешь вниз, ну, ты от того, что от падения у тебя очень много хп снимается. И, ну, плюс еще надо убегать в это время. Ну смотри, я что могу вас утешить. У нас убито 3 РС 25 гир, 5 ЦЛК 25 гир. И нам вообще похуй на все. Ну, я прекрасно это понимаю. Но сегодня вроде как Каноп там тоже хотел ЦЛК собрать. Каноп обломается, значит. Ульдуар пойдем. Ну да. Пойдем в Ульдуар. Ты кстати, да. Надо Ульдуар уже собирать, там Олег мне поставил на 5 часов, но, блядь, у меня мут, и я не смогу его собрать. Невозможно. Ну еще мут на всех персах. Да мне этот ебаный, блядь, как его, блядь, бат этот дал, блядь, мут. Я не знаю, что ты ему сказал, чего он тебя требовал. Да пошел он нахуй вообще. Я не знаю, тебе это надо, я бы на твоем месте не послал бы никого, зачем это тебе надо? Да Лоид, ну мне на этого баша похуй, короче, ну он максимум, что он может мне сделать, это дать мут, ну вот он его дал, ну, я не знаю, он чатит, что... наверное, сейчас. Нет, дело не... Прикольно. Давай сейчас тебе тоже дам либо такие слова, не будешь так говорить про люди. Смотри, я тебе что хочу объяснить. Эта позиция похожа на позицию прицела, но он не последний человек в гильдии, баш, и как бы, ну, блять, он ну топовый человек. Да я знаю, что он не последний. Я знаю, что он не последний, но вот сегодня я говорю, это был пиздец. Я а что это за прикол у вас? Я не знаю, что он тебе писал, я не видел это. Я не знаю, за что можно, ну, так. А чё это фокус хира не адекватит как-то? Я без понятия. Да, Олег, потому что он NPC в баш этот. Посылает людей на три буквы, это что такое? Я же Олег его неспроста посылаю. Ну, спасибо, объясни. Старайтесь, всё. Так объясни, за что ты посылаешь его? Сейчас объясню.